Всем привет! Следующая версия Калибра выйдет под номером 0.21.0. С выходом обновления начнется тестирование пользовательских боев, которые облегчат жизнь любителям турниров или схожих соревновательных мероприятий. Давайте покажу, как они работают. В окне выбора режима появится вкладка «Пользовательские бои». Она нам и нужна. Чтобы создать бой, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку в правой панели. Вы также можете задать пароль для боя, если хотите сделать его закрытым. Перед вами открылось меню настройки боя. Здесь вы можете пригласить друзей, распределить игроков по командам, задать пароль, запретить свободно перемещаться по слотам, выбрать режим, карту и погоду. Для запуска боя в PvE достаточно иметь хотя бы одного человека в команде, а для PvP по одному игроку в противоположных командах. Когда вы нажмете «Запустить», игрокам будет необходимо выбрать классы, на которых они хотят играть, после чего начнется этап подготовки к бою. Создателю боя не обязательно занимать слот игрока одной из команд. Он может выступать организатором и просто запустить бой для других. На этом этапе тестирования не будет доступен функционал наблюдателя. Но в следующих этапах мы планируем его добавить. Как я уже говорил выше, вас может пригласить создатель боя, если вы находитесь у него в списке друзей Калибра, или другие игроки, которых пригласили ранее. Есть и второй способ. В окне пользовательских боев на левой панели введите ID созданного боя и нажмите кнопку «Войти». ID вам может сообщить создатель боя или другие игроки. На данном этапе тестирования возможность создавать пользовательский бой будет у ограниченного круга лиц. Участвовать в таких боях сможет любой игрок. Мы хотим сфокусировать тестирование на игроках, которые хотят организовать какую-либо внутриигровую активность, например, соревнования по одиночному прохождению спецоперации, классические турниры 4×4, дуэльные турниры 1×1 и так далее. Если вы хотите организовать что-то такое, то подайте заявку по ссылке в описании. После тестирования отладки нового функционала мы планируем расширить круг лиц, которые смогут создавать бои. Если у вас возникли вопросы по пользовательским боям, то пишите их в комментарии и читайте статью на сайте. Здесь есть ответы на самые частые вопросы, такие как, например, можно ли играть на некупленном оперативнике в пользовательских боях.